Петрозаводская консерватория в связи с распространением коронавируса продлила каникулы для своих китайских студентов до 1 марта. Отдыхают и студенты Петрозаводского госуниверситета. В Карельском Роспотребнадзоре заявили, что ситуация находится под постоянным контролем, и жителям Карелии пока волноваться не стоит. А вот что думают об этом петрозаводчане, смотрите в рубрике «Мнение». Как вы считаете, какова вероятность того, что он дойдет до республики? Как говорят современники, это фейк. То есть вы считаете, что новости раздуты? Я так считаю. И вы не собираетесь применять никакие меры профилактики? Нет. Ну, в поликлинику сходим на всякий случай. Ерунда, это просто нагнетание истерии. Очередная фармацевты решили заработать. Все, больше ничего. Я читала, что с Финляндии там есть один уже случай, но я думаю, что все... Наши все предотвратят, наши местные власти. Я думаю, что надо, наоборот, спокойнее ко всему относиться и, в принципе, действительно себя обезопасить тем, что меньше, вот именно когда эпидемия, меньше бывать в общественных местах и витамин С принимать, наверное, как все мы знаем. Да я думаю, до нас не дойдет. Если дойдет, у нас холодно, вирус погибнет. У нас, в принципе, люди крепкие все, здоровые, поэтому я думаю, что не должно проблем быть.